Наконец-то они больше не моя проблема. Но я задаюсь вопросом. Где они сейчас? Оу, это был ограниченный тираж. Где мы находимся? Я не знаю, мне пофиг. Не будем терять время. Оно пошло этим путем. Давай поторопимся. Я проснулась. Совершенная маскировка. Как мило. Я спала на протяжении многого времени. Я смешаюсь с толпой и узнаю о текущих временах, чтобы собрать всю необходимую информацию. Мне достаточно будет поглощать. Затем я смогу уничтожить монстров. Две души, Акуму? Отлично! Я чувствую, что-то выглядит по-другому, но я не могу сказать точно. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ладно, неважно, у нас гости. Странное новое присутствие. Чувствуя, оно скрывается где-то здесь. За нами следят. Оно близко. Где? Привет! Прямо здесь. Я Бетти. Вы двое можете помочь, пожалуйста? Вот дерьмо. Это девочка? Нет, это не так. Это трап. Хорошо, давайте это сделаем сложным путем. Я возьму ваши души во благо человечества. Очень плохо. Я хочу уничтожить человечество. Ты должна бежать, клубничка. Самоуверенный дурак. Ваша смерть будет мучительной. Ты! Маленькое! Ничтожество! Слишком медленно. Я оставлю немного для тебя. Как щедро. Вы предатели себе подобных. Вас ждет та же участь, что и монстров. Ладно.
Давайте посмотрим, как вы справитесь с этим. Куму! Я думаю, мой партнер хотел бы поговорить с тобой, клубничка. Это должно быть что-то хорошее. Сдохни! Великолепно! Какое проявление жестокости! Мне нравится твой стиль. Эта с**ка выжила. Я недостаточно отпинала. Прибереги это для зеленого толстяка. Ты чувствуешь его где-нибудь рядом от этого места? Мы его найдем, но если поторопимся. Мы должны ускорить темп, если оно уже перешло в другой мир. Да, давай выбираться отсюда. Жертвы необходимы. Для большего блага. Твою мать! Эта с**а стащила и мой голос тоже. На**й ты с**а.